Сейчас идет подготовка на сцене Дворца культуры «Металлург» к юбилейному концерту вокального ансамбля «Родничок». В нашем программе прозвучат русские народные песни, казачьи, абсолютно новая программа, а также полюбившиеся нашему зрителю произведения «Золотого фонда». Мы с удовольствием приглашаем вас на наш концерт. Будем рады подарить вам этот праздник русской народной песни и народного творчества. А сейчас несколько фрагментов нашей репетиции. Thank you.